Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами Марк. Сегодня мы продолжаем проходить игру UFC 4. Напомню, у нас рекорд 35-0. Мы чемпионы полусреднего веса и защитили пояс уже 12 раз. Я уже жду, когда мы закончим, блин, проходить. И следующий у нас бой нам выдали Шавката Рахмонова, при том, что мы уже с ним встречались 2 раза. И мы можем сделать трилогию, несмотря на то, что я иду 2-0 против него. Ну, то есть, очевидно, что он меня не победил. Можно, конечно, отказаться и попробовать другого, но я все-таки выбрал Шавката, потому что он здесь топ-1. А давайте, почему бы и нет, знаете, вот реально. Вот из серии «Почему бы и нет». Сделаем трилогию, опять же, несмотря на то, что она по факту-то и незаслуженная. Ладно, было 2 недели выбрать, я же теперь решил 2 недели, чтобы тренироваться, я еще довольно давно не играл. Так, а что у нас по рекламным акциям? Ой, не-не-не, точнее, спонсорство. А, у меня же еще есть контракт. Нам бы самое главное... А, ну у нас и так раскручен он, кстати. Ажиотаж и так уже очень сильный. И смысл бой раскручивать прям сильно я не вижу. Проще всего, наверное, ну давайте потренируемся хотя бы. Да, то я реально не заходил уже пару дней. Так, нанесите. А может с ним просто закончить? А, ой, я нанес. Ой, тихо. Так, а главное травму не получить. Не люблю я травмы. О, нанес. Надо все равно выполнить, наверное, этот челлендж-то. Ух ты, нифига я ему прописал сейчас. Да алло. Давай, нам еще надо какую-то комбинацию. Я вообще с ним бы закончил. Просто-напросто. Но ладно. Ха. Ты чё? Да алло. Я не знаю, какую комбинацию еще можно нанести. Я какие-то 2 нанес вообще рандомно при том. Да я не хочу. Не-не-не. Да хоть меня бить. Чё-то, походу, мы не выполним. Все понятно. Эй, алло, а чё, дай мне встать. Я, кстати, не могу встать. А, нет, тут я забыл, что по-другому. Гоу. Все, не выполнил. Ладно. Да, я даже зря я запустил это. Да, у меня сейчас опять что-то с инетом не завершено. Зачем я это сделал, непонятно. Ну ладно, я просто хотя бы вспомнил, что да как в этой игре. Да. Так, ну что? Нам надо... Ну, давайте раскрутим тогда, чё. Я, конечно, смысла в этом особо нет. Интервью... А, ну и все, интервью только дали. Ладно. Да, все, погнали. Ну что, третий бой с Шавкатом Рахмоновым у нас. Предстоит трилогия. И насколько я помню... Я уже забыл предыдущие бои с ним, если честно. Но я помню, что в первом бою, по-моему, мы его вообще легко вынесли. А вот во втором, по-моему, чуть подольше был. Но там тоже вроде не особо сложно. Короче, для нас это легкий соперник. Я не думаю, что в третьем бою нас так сильно сейчас прям удивит. Что мы такие, ой-ой-ой, какой ужас. Не знаю. Опять же, смысл от этой трилогии... Есть только один смысл. Что для нас, опять же, это легкий соперник. И все. Но он тут, опять же, на первом месте в рейтинге. Поэтому, по сути, был бы он там на 5-м, я бы, скорее всего, может, даже отказался бы от боя. Но раз уж он на 1-м, ну окей. Да, выходит на свой 3-й бой против нас. Но я думаю, 3-е поражение будет против нас у него. Да. 35-0, напомню, у нас. Идем за 36-0. Я думаю, это реально. И интересно, когда у нас карьера уже закончится. Вот и мы выходим опять в очередной раз. 13-я наша защита пояса. Это жесть. Так, но я помню, что нам лучше всего этот бой нокаутом завершить. Потому что мне же там... Типа челлендж был. Да.
приемами мы очень много боев выиграли. 35 побед за карьеру у нас. Ужас. Да, и ни одного поражения. Ну, думаю, в реальной жизни такое невозможно. У Хабиба же самое большое, по-моему, было. 29-0. А у нас вообще 35-0. Но, да, в реальности, я думаю, это невозможно. При том, что мы еще в другой вес перешли и просто тут доминируем. О, у нас младше на один год, да, кстати. У него размах, да, серьезный. Ну да, у нас типа оперирует по всем фронтам, но толку ноль, мне кажется, от этого. Да. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Да. Я, кстати, еще что вспомнил. По-моему, мы с ним два раза дрались, когда это было в одной серии все. Если я не ошибаюсь. Ну что же, Шавкат Рахмонов. Третий раз, да, выходит против нас. 22-4. То есть, два поражения это от нас. Сейчас будет и 5, извини, бро. Так, ну что, а вот и мы. 35-0. Ну, я думаю, победим, надеюсь. Эдвардс, как всегда, Эдвардс. UFC belt on the line. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Go back to your corner. Эх, неуважение уже, да? Все понятно. Как по мне, думаю, у нас по-любому должно быть уважение друг к другу. При том, что я его два раза победил. Че тут спорить? Очень агрессивное начало от меня. Я думаю, смысла медлить нет. Так, хорошо, он мне попал вроде. Но не, на самом деле. Ага. Оп. Нифига, его заблокировал сейчас от удара. По корпусу. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это было опасно. По всей видимости, Шавкат решил нас удивить. Ну, извини, попробуем приемом. Не получится, встану. Как бы. Но все-таки, опять же, лучше бы победить было бы нокаутом, но... Это Шавкат Рахмонов. Типа, я его... Я не помню. Надо посмотреть, кого... Я реально уже не помню, как его побеждал. Но я помню, что вроде вот как раз приемами я его и побеждал. Ну да, все. Все, это проигрыш. Это и 36-я победа, ребят, подряд. Очень легкий бой для нас. Хотя, опять же, попытался у нас потрясти, но нет. Ничего не выходит, и мы третий раз подряд выиграем Шавката Рахмонова. 3-0 у нас, трилогия завершена. Вчистую, при том. В чем был смысл этой трилогии, я до сих пор не знаю, извините. Но мы его опять уничтожили в первом раунде, без шансов просто, практически. Хотя, опять же, по голове у него хорошо попал. Но следующий вот бой уже надо будет нокаутом бы по-хорошему завершить. Посмотрим, кто будет следующий, кстати. Все, извини, бро, но... Вот так бывает. 13 раз защитили мы наш пояс, напомню. Ladies and gentlemen, referee Eve LeBing has called a stop to this contest at 1 minute 45 seconds of the very first round. Declaring the winner by submission due to an armbar,
Да. Да я знаю, что у меня и на это нет сейчас. Точнее, он есть, но... Окей, да, тут ничего особенного нет. Окей, понятно, продолжить. Ладно. Да, сохраняю корону. Ха. Ну, опять наш любимый приемчик, хотя, опять же, лучше бы его нокаутом было вырубить. Но он сам полез, так что... Конечно, я мог встать, но я не хотел затягивать этот бой, мне был вообще не интересен, если честно. О, Валентина Шевченко. Так, ну что, погнали. Все, ну что, ну нормально мы так пояс уже заполнили. Еще два осталось, еще две защиты. У нас две стороны будут заполнены. На поясе. Да, продолжаются у нас бои. 36-0. Леон Эдвард завершил. Подожди, давай посмотрим. Шавкат Рахмонов на первом. Нейдес до сих пор. Ой, блин. Ну, походу, нам дадут сейчас бойца, с которым мы уже дрались. Мне кажется, навряд ли нам дадут с тем, кого... Ну, или давайте посмотрим. Интрига. Нет! Сантьяго нам дали. Но вот с ним мы не сражались, кстати, как раз таки. Ладно, слава богу. Хоть что-то интересное, ура. Так, отлично, ну... Ага, ажиотаж придется подкачивать. Нам надо для, по-моему, этой, для... Господи, для контракта, короче. Давайте фотосессию. Съемка рекламы на французском языке. Давай. Материал в соцсетях. Да, встретиться с акционерами, фотосессия с Дэном Уайтом. Мы даже тренироваться не будем. Так, ну что, отправляемся. 37-й бой и 14-я защита пояса. 32-13 у него рейтинг, кстати. Окей, погнали. Ну, посмотрим. Я, кстати, если честно, не знаю, кто это даже. Хотя, может, я его где-то видел. Того бойца. Ну, посмотрим. Так, продолжить, сори, отвлекся. Ну что, погнали. Так, ну что, выходит у нас Сантьяго Понсинибио. Надеюсь, правильно прочитал. Хотя, возможно, я его и видел, но, может, я его не помню, но такое ощущение, что я его не знаю, кто это. Так, ну я смотрю просто, что в реале у него 29-7 рекорд, насколько я понимаю. Да, 29-7. Тут у него, естественно, другой рекорд, потому что мы сейчас и не... Тут вообще непонятно уже в каком году, я что-то уже даже запутался. Вот. И посмотрим, что он нам предложит. Ну, так-то на кону пояс. И он там на каком я забыл? Что-то на 7-м или на 8-м месте? Я что-то отвлекся, опять же. Был невнимателен. И так-то, если он победит, то это будет серьезная заявочка. Но пока в полусреднем весе мы просто всех уничтожаем. Вот. Пока мне больше всего проблем в этом месте доставил Камару Усману во втором бою. В первом мы его уничтожили. А вот во втором бою он меня почти победил. Там было очень близко. Так, ну вот, все, мы вышли в октагон, как всегда. Ну что, пойдем за 37-й победой. Но если чел так низко в рейтинге, я не думаю, что он жесткий. 48 лет ему тут. Ужас. Ужас. Так, ну на 3 сантиметра он выше. На 7-м месте, да, вот. Я что-то видел семерку, или как-то был не уверен в этом. UFC fans around the world have been waiting for
It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. Так, вот наш соперник. Да, 32-13 у него здесь. Но выглядит опасно. Introducing the challenger, Tatiago Checheboa Panzanibio. Панцинибио, да. Ну что? И чё? Игра залагала. Что-то было сейчас. Опять баги. He stands 5'11" tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Moscow, Russia. Ну что? 36-0. Undisputed UFC welterweight champion of the world, Edwards. Да, Эдвардс. Неуважение опять. Ну ладно. Посмотрим, на что он способен. Посмотрим. Насколько он хорош. Интересно даже. Так, сразу защищается. Не дает нам провести наш любимый удар. И, кстати, он мне тут... Ох. Я хочу нокаутом попробовать. Короче, главное, чтобы он в борьбу не пошел. Что это было сейчас? Ох! Вот это очень хорошо сейчас было. Ох! Все. Нокаут. Все, отлично. Ну, очень легкий бой. Очень легкий бой. Максимально прям легкий. Фух. Ну, тут нам он вообще ничего не показал. Даже Шавкат как-то поинтереснее был. Просто без шансов уничтожили. Но тут я был прям заряжен на нокау. Еще просто повезло, что он... Я тайминг такой поймал. Он тоже хотел ногой, видите, дать мне, но... Хайкик, но не получилось. Да, и тут просто в нокаут моментально. Все, пока. Ну тут грех был не защитить пояс, если честно. Стил! Да понятно. Ой. Блин. Пропустил. А, вот, все. За 47 секунд закончил, но это опять же не рекорд у нас. А, я, кстати, хотел же посмотреть про нашу трилогию-то с Шавкатом, типа, как она заканчивалась. Я что-то говорил об этом и забыл, я только сейчас вспомнил. Ух. Ну, красиво он свалился, ну да. Все, тут no chance просто, no chance. Сегодня за Мегамар Геймс говорили его кулаки. Да, канонир. Так, ну, что же. Что же, что, мы дальше живем? Или когда-то наша карьера... А, нам надо еще один бой, кстати, да, и у нас заполнится. Может, следующий бой будет последним, или как? Я, правда, не знаю. Да, у нас будет еще... О, Макгрегор закончил карьеру. 37-0. Да, вот, короче, Рахмонов, вот. Вот, первый бой был, да. 2.35. Тут 2.11. А, у нас чист по убывающей, да? Тут 1.45, да, все в первом раунде. Понятно. Так, а чё... Ой, не туда. А чё у нас по рейтингу? Ага, Шавкат до сих пор на первом.
Сантьяго, кстати, поднялся в рейтинге, да, на один. 97 миллионов, Мазар, почти, кстати, 100 миллионов. У нас 3 уже миллиона фанатов. Колби Ковингтон. Так, а мы с ним уже дрались, насколько я помню. Понятно, короче. Это, получается, второе будет. А у нас Колби будет. Да-да-да-да-да. Так, ну, естественно, ажиотаж надо нагнать, спонсорство. Давайте подпишем. Бриллиант. Так, ну это мы не выполнено. А, мы не выполнили, блин. Мир мороженого. Ну давайте, мир мороженого, рекламная акция. Интервью, фотосессия. А, материал в сетях, все уже, что ли? А, потому что, да, все очень высокий. Да, погнали, что? Почему бы и нет? У нас очень низкая форма, кстати, посмотрите. У нас просто минимум. И несмотря на это, я всех просто уничтожаю. Мне это не мешает, да, как говорится, вносить. Так, ну сейчас пока 20 минут, там 21 минут серии прошла. И я уже провел два боя. Еще третий идет. Колби Ковингтон. Второе место. Ну да, почему бы и нет, если он второе место. Так, ну что же. Вот и арена. Ну и выходит Колби Ковингтон. Ну что ж, попробуем победить его еще раз, получается. Да, почему бы и нет. Тридцать шесть боев он провел. Ну что, заряжен, но надеюсь, мы его победим сегодня. Посмотрим, насколько он хорош, как говорится. Так, ну что, теперь мы выходим, чемпионы полусреднего веса. Да. Тридцать семь боев нас. Получается 37-0. А у Колби за всю его карьеру тут 36, и то с поражениями. Да, вот такая вот интересная статистика. Так, ну что, выходим в октагон. Мы тоже заряжены побеждать, как, в общем-то, и всегда. Ну и что? Сейчас... Что у нас там? 47 лет ему здесь уже. Ну и да, размах у него... А, нет, у нас больше размах. Да, 20 мне показалось. Короче, мы выглядим чуть получше. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois. It's time. Да. Five rounds for the undisputed. Да, как всегда, объявление не пропускаем. Так, ну что, Колби Ковингтон. Да. 27-9 у него. Да. Колби Ковингтон. Вот и мы, чемпионы. Да, 37-0.
Эдвардс. Ну, как всегда, Эдвардс. Куда же без этого? UFC belt on the line. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Device your plan. О, неуважение от Колби. Фу. Да. Так, ну что? Готовы, да, мы всегда готовы. Собственно, Колби, я думаю, тоже готов. Ну что, давайте попробуем. Ох, хороший удар сразу Колби. Ой-ой-ой, что-то я тут... Ох, ой-ой-ой. Нет, кстати, не залетает у меня. Ох, еще по голове. Тут защити... Опа, не успел. И, ой, нет, нет. В борьбу. Ладно, давайте, короче, все-таки болевым, наверное. Попробуем. Да. Идем. Да, давайте, короче, так и закончим бой. Почему бы и нет. Хотя, конечно, лучше бы реально нокаутом. Так и хочется нокаутом, но ладно, давайте. Тут просто хороший шанс. А, кстати, подожди, а у него есть шансы какие-то, да, выбраться? Нет, все, нет шансов. Да, все, изи. Это было очень быстро, ладно, окей. Это было слишком быстро. Ну, побеждаем его максимально быстро. Да, кинул у нас. А толку ноль. Опять, да. Но это было больно. Это было больно, но... Нет, извини. Наш любимый приемчик, который нас опять спасает. This guy has such a great submission game that you cannot lay in his guard. Да. Изи победа, но и кто же у нас следующий, интересно, будет? That gets you lost in it, that he made him pay for it tonight and got the submission victory. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 1 minute 35 seconds of the very first round, declaring the winner by tap out. And still, да. Ну, естественно, мы остаемся чемпионами. Опять зарабатываем очень много денег. Ничего удивительного, абсолютно, я здесь не вижу. Так, ну что? Погнали, погнали дальше. Так, и что же? Да, вот наш хайлайт. Собственно говоря. Ух, ничего там просмотров. Это рекорд, по-моему, 11 миллионов. 12 даже. Да, ничего, мы хайпа, конечно, нагнали уже. Серьезно. Но да, мы просто всех выносим. У нас получается 38-0. Да, рекорд у нас 38-0. И... Что, погнали дальше. Да, идем мы дальше. И все. Мы, кстати, 15 раз защитили титул. И получается, мы полностью пояс закрыли. Офигеть. Ну, с двух сторон мы закрыли. Жесть какая-то. 38-0. Да, Колби у нас теперь на первом месте. Нейдис на втором. Понятно. Так, кстати, подожди. Мне хотелось... Да, вот с Колби Ковингтоном. Ну, мы тут побыстрее с ним разобрались. Ну, точнее, ну, во втором сейчас я бою, я имею в виду. Сейчас 35-й год, да, у нас получается в этой игре. Да, 35-й год. И мне интересно сюда зайти. Нам нужен еще один аккаунт, ребят. Нам нужен еще один аккаунт и два боя, кстати, там. Окей, кто следующий? Вау. Кэмерон Ричардсон. Ну, честно говоря, я тоже не знаю, кто это. Да, что-то, мне кажется, я вообще впервые вижу. Но окей, давайте согласимся. Разнообразие это всегда хорошо. Ну и нам опять надо ажиотаж нагнать. Так, фотосессию сделаем. Материал в соцсетях. Конкурс для фанатов. Давай. Короче, да, все для... Все сделаем.
для раскрутки, очень сильный ажиотаж. У нас 107 миллионов долларов заработано. Почти 4 миллиона фанатов у нас. И Кэмерон Ричардсон будет нашим, собственно говоря, следующим соперником. 39-й бой в нашей профессиональной карьере будет сейчас. Пятница, Валентин Шевченко танцует после победы. Да, продолжить. Шестой рейтинг. На шестом месте в рейтинге, точнее. Ух, как заряжена арена. Ну что, посмотрим. Посмотрим, на что он способен. Кстати, подождите, я только сейчас понял, что... Подождите, я сейчас что-то запутался. Такого бойца нет. Разве нет? Либо я тупой, что может быть. Но, по-моему, такого бойца вообще нет. Или есть все-таки? Я не знаю, почему я не могу даже загуглить такого. Подожди, нам дали несуществующего бойца? То есть это игра, что ли, его заспавнила, так сказать, создала или что? Да, походу, подожди, это вымышленный боец, получается? То есть, подожди, мы что ли всех победили? Что нам дали вымышленного бойца, или я... Не, я правда не могу такого найти. Ладно, окей. Is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Prudential Center in Newark, New Jersey. It's time! Ну что же? Это... Не, подожди, я правда не понял. Это какой-то типа рофл или что? Не, подожди, но реально такого бойца не существует. Я просто не знал, что такое здесь есть. Ну, окей. Притом, игра как будто его создала прямо сейчас, потому что я в инете ничего не могу найти по этому поводу. А, я знаю, как проверить. Что? Он его даже неправильно Что он сказал вообще? Что происходит? Не, может быть, это существующий боец, просто его, может, не так зовут? Или что? Может, мы всех побили, что нам дают уже несуществующих бойцов? Не, я правда в шоке. До этого мы дрались всегда с существующим. Ну ладно, кроме... того, что там до UFC, естественно, мы сражались, я так понимаю, возможно, с вымышленными. И то я не уверен. Но... Хорошо. Не, честно, я в шоке. Может быть, кстати, возможно, это из-за того, что мы очень много деремся. Ничего себе, он заряжен. Тихо. Ой.
Ну, у меня реально предположение, что, возможно, из-за того, что мы очень много деремся и всех побили без поражений, возможно, нам просто некого давать, и они и игра начала создавать каких-то бойцов. Что про... Ох. Тихо. Ну, слушай. Ой-ой-ой. Нет, я хочу встать, я хочу нокаут. Для статистики нам надо. Ой-ой-ой, ребят, сори. Я не то начал жать. Тихо. Но тут он хорошо сыграл. Оп! Вот бы еще зарядить. Еще зарядил. Он пытается по ногам не работать, а толку. Как и про... Ладно. Ох. Опа. Ой-ой-ой, тихо. Так, ну слушай, он пока... Я хочу просто нокаутом это закончить. Нашим любимым ударом. Но нет. Нет, сразу встаем. А, он будет... Подожди. А, нет. Да, уйди. Так, давайте пытаться двигаться. Но он мне не дает двигаться. Ага. Ну вы серьезно? Да хватит защищаться, фу. Оп. Нет, не по голове. Вот нам по голове надо. Что? Ой-ой-ой, слушайте, ушиб ноги. Вот это, кстати, неприятно. Не, живем, нормально. Да что такое? Проще будет второй раунд подождать. Ну все, он тут ничего не сделает уже, все, да. Первый раунд закончен. Пау. Ну сколько раз ему в голову попал, но он держится абсолютно спокойно. Ну, раунд мы в любом случае выиграли, хотя он мне ногу повредил, у нас травма, но все равно по статистике, типа, ну, я им объективно больше нанес. Да, не, ну я в шоке, что реально такое может быть в этой игре, я не знал об этом. Ой, все. Начнем так. Ох. Тихо. Тихо. Да как ты живешь-то? Сколько раз я тебе уже в голову попал? Ой-ой-ой. Пытался, но... Ой-ой-ой, тихо. Еще по лицу. Ой, я пропустил статистику по ударам, ну ладно. О, наконец-то. Повело его. Это хорошо. Это хороший знак. Будем пытаться заканчивать нокаутом. Джеб уровень 3 у нас. Так, отойдем. Еще по голове. Да сколько можно? Ох, теперь он мне обдал, но окей. Живем. Нет. Нет, борьбу я не хочу больше. Ой-ой-ой, нет, это ошибка. Не туда нажал.
надо выбираться. Оху! Ох! Все, все! Это... Нет! А, не, я тупанул. Я тупанул. Встаем. Это должно быть закончено. Интересный бой. О. Живем. Ох! Не, встаем. Ой, что ты меня там завалил? Еще. Вот удивительно, как он... Я уже сколько раз в нокдаун, давай! Все, наконец-то. Все. Ладно, что-то мы тут задержались, но окей, нормально. 39-я победа против, получается, несуществующего бойца. Вау! Ну тут я его просто уничтожил. Потянули время, но нормально. Типа. Опять же, можно было в борьбу пойти и закончить быстрее, но мне нужен нокаут для статистики. Для вот величайшего бойца, поэтому... Вау! Все. Упал он. And here we go inside the octagon. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliot has called a stop to this contest at 4:05 of round number 2. Declaring the winner by knockout and still. Ну, естественно, still. Нас даже не смог остановить некий Кэмерон Ричардсон. Я, кстати, загуглил, а 3 травмы. Ой, ужас. Я единственное, что смог узнать, это то, что есть такая актриса вроде. Но никакого отношения к UFC, ну, вообще не имеет. Я, ну, я так понял, что да, поэтому я вообще не понял, окей. Но вышли мы и победили опять. Но держался он хорошо, ну, нужно сказать, что да. Продержался он достойно. 2 раунда. Ну как, второй он так и не дождался, но... Не дождался он конца второго раунда, лучше хотел сказать. Так, ну что, наверное, был последний бой на сегодня. Я думаю, 4 боя, да? Думаю, оставшиеся можно на следующую серию оставить. А, мы теперь здесь. Ну понятно, я сказал, что тут тоже будет... 16 защит у нас. Полностью пояс, мне кажется, мы... О, бонус за бой получен. Отлично. Так, нажать цель по контракту. Так, добейте двух соперников, наверное, не второго, двух. А, вот это... О, это очень легкий контракт. Мы его 100% выполним. Но тут без шансов, как говорится. О, UFC. Ох, а, это мне за уровень, наверное, дали. 116 миллионов у нас. Подожди, давайте просто посмотрим рейтинг. 39-0 у нас. Что там написали, я не хотел посмотреть. Вот, есть этот Кэмерон Ричардсон. Я, к сожалению, не всех бойцов UFC знаю, так что предполагаю, что тут в списке есть несуществующие. Вот серьезно, я типа хз. Кто у нас следующий? Давайте спойлер. Сантьяго, а, ну, второй бой на Сантьяго будет по Низинибио. Ну, в общем-то, на этом все, дамы и господа. С вами был Марк и всем пока.